Алексей Куклин говорит, в его команде только лучшие специалисты, те, кто действительно увлечен своей профессией. Молодых сотрудников на заводе много, 40% от общей численности коллектива. И каждый из них уделяет особое внимание изучению тонкостей своей профессии, развитию инициативы, применяет творческий подход к работе. Действительно, можно назвать молодыми профессионалами. Доверяю им как руководитель даже самую сложную, ответственную работу. Многими молодыми людьми, которые работают у нас на заводе, можно действительно гордиться. То есть это и хорошие инженеры, и грамотные рабочие, и квалифицированные специалисты. Они стремятся к совершенствованию знаний и карьерному росту. Еще 4 года назад Марина Мухаметова работала слесарем по ремонту технологических установок. Неоднократно заявляла о себе на конкурсе научно-технических разработок общества «Лукойл Западная Сибирь». Максимально эффективно раскрыла свой потенциал, и руководство завода высоко оценило профессиональные качества молодой сотрудницы. То есть у нас на НПЗ очень дружный коллектив. Благодаря такому руководителю, благодаря нам, то, что мы друг другу помогаем. То есть никто ни от кого не отворачивается. Стараемся поддерживать в любой ситуации. Каждый молодой специалист получает возможность проявить инициативу и быть отмеченным руководством, работать с технической документацией, получать консультации опытных руководителей-кураторов. Задачи ставят разные. Следим за оборудованием, за работой тепломинников, колонны, за рабочими параметрами. Работаю доволен. Коллектив помогает, обучает, подсказывает где-то, дает какие-то наставления. Во время моей работы появлялись очень много таких небольших трудностей, с которыми мы вместе справлялись. Вопросов появляется очень много, да, потому что я пришел, опыта работы не имея в этой сфере, и вопросы появлялись, да. Но всегда находилось решение для решения различных задач. В «Лукойл Западной Сибири» молодежь всегда получает возможность активно заниматься инновационной деятельностью, развивать творческие способности, обмениваться прогрессивным опытом, а предприятие – выявлять новые наработки, с их помощью повышать эффективность технологических процессов.